музыке не нужно никаких на самом деле остановок, потому что даже пауза это не остановка ритма. Нам нужно некое постоянное движение. Соответственно, мы сейчас движение должны вот это поймать, что не должно быть никакой паузы. Что я бросил руки, но как только я их бросил, они полетели сами, опять упали обратно. Как с мячиком. Что-то душ может стало, потому что я вижу. Понятно, да? Поэтому вот сейчас мы сделаем так. Мы вот это движение наше не вверх будем делать, а как бы вперед бросаем руки. Вот пока дай бросил руки вперед. Оп! Да? И когда я бросил, они полетели, что я упали обратно. Хоп, давайте вместе. Прекрасно. Стоп. Хорошо. Значит, наша задача, смотрите, мы как только начали это движение, да? Мы сразу же должны максимально вот эти вот крайние оценки, их, так сказать, просмаковать. То есть просмаковать в каком смысле, да? Что мне просто оп-два. Мне что сильно, говорю, что слабо, вроде никакой разницы. Я был здесь два, да, два, ослабился. И вот тогда на контрасте этого всего, да, у меня получается состояние, которое мне нужно. Но здесь мы сейчас, чтобы добиться максимального качества вот этих ощущений, мы ведем еще одно такое понятие. Смотрите, у нас есть включение, да, есть расслабление. Но есть еще такое понятие, что расслабление может быть на активное и пассивное. Вот когда мы просто упали, это активное расслабление. А еще есть пассивное. Это когда я совсем уже расслабился. И это подготовка. Посмотрите, когда мы, прежде чем что-то сделать или бросить руки, да, мы как бы должны подготовиться к этому. Качество броска во многом зависит от качества подготовки. Как вокаль. То есть качество того звука, который я издам, зависит от качества, как я, в принципе, подготовлюсь, да, когда вздохнул, какой минут. Или я там вздохнул, что такое, вышел потом из пола. Понятно? Поэтому вот мы перед тем, как выстрелить, мы как бы готовимся, говорим такое, и... Да? И вот это «и» должно быть, что максимально расслаблено. Я потом включился, и «па» пришел. Понятно? Да? Тебе понятно, знаю. Попробовали сделать такое. И хоп, ба. Еще разочек. И хоп, ба. А вот для того, чтобы нам это лучше сейчас было в каком-то движении, вот, то как это сделать, лучше почувствовать. Смотрите, вот мы это руки бросили, да? Опять же сейчас вверх бросили, да? Например, такой вариант. Массовое упражнение. И на два мы их не просто бросим вниз, а мы их бросим сюда, свистнем. У нас вот должен быть этот хлопочек, это на себе. Да? Значит, такое хоп, два. Да? А после этого от хлопочка мы сбрасываем вниз. И диафрагму вниз так выдыхаем. Вот здесь, значит, еще раз напоминаю, что мы это делаем сейчас не ради гимнастики, не ради танцевальных каких-то движений, да? А ради получения определенных внутренних ощущений. Вот я делаю какие-то эти движения, получаю внутренние определенные пульсации, потом я это движение могу отбросить. Я стою, просто, но у меня внутри вот это все. И я на это вот, на эту машину, как бы ритмическую, накладываю свой вокал. Понятно, да? Значит, и мне уже как бы совершенно понятно, очевидно, еще и как у меня все это весь вокал развивается. А если рядом стоит еще там же гитарист, который также в этом во всем работает, да, и барабанщик, мы все вместе начинаем рассказывать, зал, заводить, давай, давай, давай.